И всем друзьям привет, с вами Скелет, и сегодня, ребята, мы будем сравнивать Dark Blade V2 против True Triple Katana, ребята. Посмотрим дамаг, посмотрим дамаг с удара, со скиллов, со всего, все как можно, все, ребята, сравним. Но, ребята, перед началом видоса, пожалуйста, поставьте лайк на это видео, ведь все-таки я для вас стараюсь, выпускаю видео каждый день. Ну и также не забывайте подписаться на мой канал, ведь я снимаю очень интересные и полезные видосики для вас, ребята. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новеньких видосиках, потому что, ребята, мои видосики реально очень полезные для всех, ребята. Ну и также у меня есть моя гильдия, вот она моя гильдия. Пишите, ребят, ссылки в комментарии, и я обязательно вас всех добавлю. Пишите, сколько у вас баунти и какой у вас вредник. Обязательно всех добавлю. Мы, ребята, идем в топы. Ну и заходим в мой дискорд-сервер, ссылка на который будет в описании, ребята. И там у нас много чего интересного. Там у нас есть трейдики, там вы можете пообщаться со мной в чате, по войсу. Я общаюсь там каждый день, ребята. Также у нас там есть конкурсы на фрукты, на робуксы, ивенты на фрукты, на робуксы. Трейды, как я уже и сказал. Там у нас очень общительный сервер, очень добрый. И там вам все смогут как-либо помочь. Как смогут. Так что заходим в Discord сервер, ссылка в описании. Но у меня, ребята, все. И я приступаю к видосику. А спонсор этого видео — сайт RBX3. Это сайт, где робуксы всегда есть в наличии. Ну и очень надежные выплаты. Благодаря методу трансфер вы получаете свои робуксы в течение 5 дней, ребята. Также у RBX3 есть свой телеграм-канал, в котором проходят очень часто конкурсы на робуксы. Ну и новости о сайте, вы их точно здесь не пропустите. Ссылка на сайт RBX3 и их телеграм будет в закрепленном комментарии. А также вы сейчас видите QR-код, отсканируй его, и тебя перекинет сразу моментально на сайт RBX3. Итак, ребята, давайте зайдем в меню, зайдем в статистику. И смотрите, ребята, у меня вот такая статистика, ну вы все понимаете. Максимальный меч, и как бы это самое главное, что нужно в этом видосике. Итак, вот мой подписчик, я его взял с своего дискорд-сервера, так что можешь заходить туда, и я обязательно беру там всех подписчиков для своего видосика, когда мне это нужно. Так, давайте Вайтенса. Вот Dark Blade, ребята. Как мы можем получить Dark Blade? Давайте вкратце сейчас по-быстрому все расскажу. Dark Blade, ребята, у нас покупается за 1200 робоксов, либо, ну, как это можно вытрадить в трейдах. True Triple Katana, вот она. Ее, ребята, можно получить, если купить все мечи. Ну, там три меча. Это получается, какие мечи здесь? Это у нас Шисуи, Сади и Вандо. Эти три меча нужно купить во втором мире. И тогда вы сможете сделать себе True Triple Katana. Ну, или же, вкратце, ТТК. Итак, давайте проверим дамаг. Что у нас с Dark Blade? У нас получается, первый скилл открывается с первого мастера. Второй скилл открывается с 50-го мастера. Давайте проверим. Давайте подойдем к нему. Ударим разок. 2500, ребята. У меня Dark Blade V2, не V3 пока что, а вторая версия Dark Blade, и я снял 2500. Давайте еще раз проверим. Еще раз. 2500, ребята. Точно так же, точно так же. Так, теперь давайте проверим Z-ку. Давайте проверим тебе Z-ку, Z-ку проверим. Так, он отхилится. Окей, окей, хилится, хилится, хилится. Проверяем Z-ку. И Z-ку он сносит 4385. Нехило, я бы сказал, нехило. Очень даже так неплохо. А теперь мы используем X. Давайте используем X. X, ребята, у нас выглядит вот так вот. Он снял 4542. Неплохо, неплохо. Давайте еще раз проверим Z-ку. Еще раз Z-ку проверим. Вот странно, сейчас 200. Почему, как, от чего это зависит, я не понимаю. Но, видимо, нужно как-то так вот прицелиться, видимо, чтобы он не улетел, а именно ударился в него. Видимо, как-то так это работает, ребята. Ну, теперь давайте мы еще раз проверим X второй раз. И давайте вот наведем прямо на него, наведем прямо на него, и, ну, 4542, да, ребят, точно так же, X сносит, ребята, без изменений, а вот Z-кой нужно как-то, ребята, прицеливаться. Так, мы в комбате, сейчас нужен пропадет комбат, и я смогу, ребята, взять ТТК. Итак, ребята, я взял True Triple Katana, или же ТТК, вкратце, да, ребята, если что, она у нас выглядит вот так вот, без всяких вот хаки и прочего всего, окей. Активируем хаки и давайте ударим. Ударим его разочек. И 2774. Интересно, он ударил мощнее, чем Dark Blade? Ладно, еще раз ударим. Также. Интересно, интересно, ребята. Я даже сам не знал, честно говоря. Я даже сам не знал об этом. Так, давайте активируем Z-ку. Z-ку активируем. Активируем Z-ку. И 4369. Ну, блин, интересно, подождите, ребята, Dark Blade дамажит меньше, чем ТТК? А почему такое? Чё-то я не понял, ребята, чё-то я не понял. А как так? Ну-ка, активируем X, давайте. X активируем, и 4500. Что, ребята? Dark Blade дамажит же точно так же. Dark Blade, это же донатический меч, он должен дамажить посильнее. Разве это не так, ребята, сделано? Типа, в чем прикол? Что-то я вот этого сейчас не понял, что-то я сейчас не понял. Ну-ка, давайте еще раз ударим его, ударим вот так вот его.
2774. С Dark Blade было 2543, да, ребята? А почему такое, ребят? Кто знает, ребята? Напишите в комментариях, почему именно так происходит. Я думаю, что Dark Blade должен мажить посильнее, чем, ну, как бы, ТТК. Разве не так? Но почему-то ТТК дамажит сильнее. Интересно. Так, давайте еще раз даже возьмем Dark Blade и проверим, ребята. И проверим еще разочек проверим. Так. Вот могу взять Dark Blade, вот он. И, кстати, Dark Blade у нас выглядит вот так вот без хаки. Вот так вот он выглядит, очень красивенький. Так, давайте ударим его. И 1800. Еще раз. 1800. А почему так мало, ребята? Почему так мало? Только что дамажил под 2000 там с чем-то. Ну-ка еще раз. А что, ребята, что просто? Почему так? Окей, активируем Z-ку. Что, ребята, это что такое? Это что такое вообще? Почему он так мало дамажит? Ай-яй-яй, мне скилл сбили. Давайте еще раз проверим X, ну-ка. И, ну, 4542, как и надо. Но почему такое происходит, ребята, я не понимаю. Разве ТТК должен дамажить не... Ой, разве Dark Blade должен дамажить не сильнее? Я вот этого не могу понять никак. Почему именно так это происходит? Ребята, я не знаю, почему такое. Так что напишите мне в комментариях, я обязательно почитаю. Ну и также, ребята, напишите в комментариях. Ну, те, кто просто меня смотрит, кто даже не знает. Просто напишите, какие мечи мне дальше сравнить. Можете выбрать из этих мечей, которые у меня есть. А можете, ребята, выбрать просто другие мечи, которых у меня нету. Я их обязательно выбью, получу и сравню их с другими мечами, ребята. Но у меня на этом все. Так что, если кому-то это видео было полезным, мне оно понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Также не забудьте подписаться на мой канал, где снимаю видосики каждый день, ребята. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новеньких видео. И также, ребята, стримчиках. Ну, у меня есть моя гильдия, вот она моя гильдия, сейчас у нас 17-17. Скоро я ее расширю, так что пишите свои ники в комментарии, сколько у вас баунти. Мы, ребята, идем в топы. Ну и заходим в мой дискорд сервер, на котором, ребята, общаются очень много людей каждый день. У нас очень общительный и хороший сервер, ребята. Мы там все дружные, все хорошо, ребята. У нас там есть трейдики. Вы там можете потрейдиться, там есть люди, которые могут помочь, там у нас вы можете пообщаться, ну, и со мной можете пообщаться, я там общаюсь, ребята, каждый день, и в чате, и по войсу. Так что, ребята, у нас очень там интересно. Есть конкурсы на фрукты на ивент, есть и... Ой, есть конкурсы на фрукты на робокс, есть ивент на фрукты на робокс, да, ребята? Ну и у меня, ребята, на этом все. Так что, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока-пока.